ребята, вы молодцы, вы отгадали прошлую загадку, но сегодня я задам вам такую, которую вы точно не отгадаете. Слушайте, вы пилот самолета, который летит из Лондона в Токио с пересадкой в Риме. Какая фамилия у пилота? Свои ответы пишите в комментариях скорее, прямо сейчас, я жду. А если вы не хотите, чтобы Хаги-Ваги пришел к вам и напугал вас так же, как пугают меня, прямо сейчас поставьте лайк и подпишитесь на мой канал за 3 секунды. 3, 2, 1, 0. Поставили? Молодцы! А сегодня мы с вами посмотрим потрясающе интересное и в то же время жуткое видео, в котором мы увидим Хаги-Ваги и малыша-игрока. И что же они будут там делать? Давайте посмотрим. Привет, малыш. Ого, сама на себя не похожа, что за оттенки, нынче такие модно. Мама, длинные ноги была розовая, почему она вдруг стала фиолетовой? Это какая-то уже старенькая, извините, это может бабушка мамы длинные ноги. Мои мозги закипели сейчас. Так, ты что делаешь? А, да, она долго идет, очень злая, идет, вот уже сел поспать, поиграть. Что еще нужно сделать? Я не знаю. Она когда-нибудь дойдет или нет, уже как бы не страшно совсем. Можно уже 25 раз уйти отсюда. До свидания. Мы уходим. Так, так. Ого, это же какая-то пила. Вы видели, там был типа рычаг. Он постоянно спит. Ты очень медленная. Куда он делся, как ты думаешь? Найди его, найди. Это какие-то вкусняшки. Во, бабушка знает толк, как приманить внучару, даже если это не твой. А вот зачем она его искала. А нет, все-таки какой-то злой умысел здесь есть. Ладно. Зато поел. Что это было? Ладно, фу. Нет, не пихай туда палец! Боже мой, какие ужасы! Когда я была маленькая, мама тоже делала вот так вот на мясорубке. И она все время говорила, не пихай пальцы. А мне, боже, до чертиков хотелось туда их запихать. Я не знаю почему. Он все съел? Мне нет слов сейчас. У меня просто сейчас нет слов. Это самое ужасное, что я видела когда-либо в своей жизни. Ой, у меня даже волосы отвалятся сейчас от ужаса от этого. Или я думала, там тихонечко будет нагреваться огонь. Он как вспыхнул. О боже, это что такое? Капец, игрок, тебе конец. Ты видел, там уже не шуточки. Там, блин, мама длинные ноги скрещена. Кажется, с папой длинные ноги. Это какой-то кошмар. Я такого еще не видела. Это ужас. Он включил ту штуку, про которую я говорила. Она их засосала. А эта мясорубка, кажется, руки нету, и кажется, их обоих засасывает, они же скрещены. Божечки мои, кошечки, какая кошмарная сцена, это же жесть. Я вас предупреждала в начале видео, что будет жутко, но я даже сама не ожидала, что будет настолько жутко. Капец, жестяк, жесткочужды. Малыш! Ты что это, мой хороший? Какие-то злобные духи к нему пришли. Малыш, дай им леща. Пожалуйста. Офигеть, это самое ужасное, что может прийти к малышу. Они что-то ему предлагают. Ты чё? Не буду говорить. Отстаньте. Нет, я не хочу эти ваши лекарства. Ну и что, что я заболел? Я этого не буду делать. Нет. Как же справиться с этим ребенком? Извините. Мама, длинные ноги, тебе просто это не по плечу. Потому что тут не просто пугать, кошмарить, догонять и так далее. Тут надо найти подход.
Он все выпил? Он все выпил, а они туда добавили лекарства? Офигеть, они прям его заставили все выпить. Смотрите, смотрите, до него сейчас дойдет. Или нет? Прием! Кажется, до него не дошло, ну и слава богу. Так, смотрите, тут у нас просто кошмарная ситуация. Потому что тут Кисси Мисси медленным шагом со стеклянными глазами идет за игроком. Что он делает? Что он делает? Он хочет, чтобы ее засосало туда? Кажется, у него получается. Или не получается? Да, получается. Отлично. Отлично. Супер. Тебе не жалко? Тебе не жалко Кисси Мисечку? Тебе жалко Кисси Мисечку? Мне очень жалко ее. Отдай ее руку. Это же Кисси Мисси. Она же девочка. Ты что творишь, гад? Достань ее лапу быстрее. Сейчас полностью засосет. Нет. Я не могу на это смотреть. Ты должен ее спасти, тупица. Ну все. Осталось только смотреть. Может быть, все-таки получится ее достать? Может, получится ее вынуть? Она уже просто порвалась вся. Башка сейчас оторвется, мамочки. Мамочки, я не могу это смотреть. Это самое жуткое, 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 жуткое. Что? И что? Очередное жуткое видео. Я же говорила вам, что он ей голову оторвет. Какой ужас. Ты совсем сумасшедший. Это же Кисси Мисси. Опять приключения нашего малыша. Малыш. А тебе нравится такое, да? Чихуахуа, маленький песик, заходи скорей. Как раз то сердечко, будем играть, несмотря на твои зубы. Капец, какая собачина. Что она с ним сделает? Мне кажется, оно только выглядит миленьким. Оно исчезло. Сейчас он расплачется. Ты же обещал мне собаку. А, он сказал, что вот этот человек это зло. На самом деле нет. Мне кажется, это его отец вообще. А Кисси, а вот те вот мама длинные ноги украли его. И теперь он воспринимает его как зло. Они перепрограммировали его. Что-то у нас в коробке. Happy birthday, my son. С днем рождения, мой сын. Так, и что ты принесешь? Что там будет? Новые перчатки для игры? Ну все, не донесет. Как жаль, как жаль, как жаль. Все бы ничего, но вот подарок, это важно. Что там? Как я в воду как глядела, знала, что там перчатки. Папочка, ты не потеряй свои перчатки. Видите, мама длинные ноги там ползает, уже ждет его. Ты такой маленький еще, чтобы играть в эти игры. Господи, боже мой, какие-то коридоры, 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 туннели, лабиринты зубастые, всякие монстры. Ты знаешь, что делать? Нет, это не бабушка, это очень быстрое существо, которое съест тебя, и все. Вот он ее поймал. Он переломил все ее ручки, она перехватила. Ну все. Он сейчас еще заберет все это, или оторвет, или порвет. А это что? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, сейчас перчатками наставит. Кана. Парень, ты потерял не только... возможность выбраться, но и лучшие перчатки, которые подарил тебе отец. Это же капец. Мне грустно стало. Вот он со своими потерянными перчатками топает дальше. А там что? А это что за такое? В общем, он подумал, или это ему отец передал, я не знаю. Какой-то очень злобный, коварный план зреет. Взамен старых он получил просто щупальца огромные. Здравствуй, дорогая, ты сейчас будешь в шоке.
Что-то приготовил тебе наш малыш. Это как раз Самаха, Фредди Крюгер. Вместе взятые. Такие же стальные штуки. Мамочка! Я представляю, какие там звуки. Скрежет металла. Вот это вот все, ну вы понимаете. Я обожаю ужастики. А что ты забоялась? Думала, ты самая тут страшная? Да нет, вот новое оружие. Она видит его, видит этого игрока. Помнит, что он малыш. Помнит, что только-только забрала у него перчатки. И тут... Час расплаты. Слушай, слушай, не будь так самоуверен. Это самая большая ошибка, быть самоуверенным слишком. Уверенным в себе это одно, но самоуверенным это опасно. Потому что видите, что она сделала? Я же говорила, что будет капец, конец, беда, вообще заваруха, ты такой дурачина. Тебе уже дали совершенное оружие, ты все никак не можешь понять, как нужно беречь это все. И вот я говорила про самоуверенность, вот она. Вот это ходовочка. Мне кажется, он меня победил. Я надеюсь, вам понравилось это видео. По-моему, было классно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я вас очень люблю. Целую. Пока.